насвистывает свои мелодии, меняющиеся каждый день. Всю долину омывает одна река. У самого берега реки терраса, от которой вглубь гор прорезаны каньоны улиц. По ним, впадая в Конор-Черек, стекают ручьи жидкого шоколада. Прежде чем раствориться в бурном потоке, шоколадная часть реки, двигаясь в едином потоке, еще долгое время сохраняет автономию цвета. Подул ветер, он понес в Иоловый город песчаную поземку. Здесь сразу чувствуешь, как твердые песчинки больно бьют в лицо. Вот еще один ваятель, архитектор Иолового города. Именно песчинки, кажущиеся невесомыми, частички гранитов, кремния и других твердых пород, ударяясь о поверхность скал, оставляют на них незаметный для глаза след. Каньоны Конор-Черек – уникальные места, единственные в Центральной Азии. Его можно сравнить с Гранд-каньонами Колорадо в Америке. Вечный, как многочисленны твои дела! По своей мудрости ты их сотворил. Земля полна твоих созданий. Поэтому было скользко. Вот, по указателям и так далее, и так далее. Ой, какая красота. И не боишься, да? Что ж ты там ищешь? Ну что ты там ищешь? Приветик. Пошли вместе. Не хочешь? Ну ладно, пока. Ну здесь вот вообще завалено камнями. Вот. Ну идти возможно. Такое ущельечко тоже. Ну вот мы вышли. Выходим точнее на перевал с чертовой лестницы. Поднимались быстрым темпом. Около 10 минут, может чуть-чуть меньше, но мы снимали. И вот этой дорожкой мы пойдем к могиле или памятнику партизанам, которые воевали здесь во время Великой Отечественной войны. Оттуда идет развилка дорог. Нам нужно прямо в село Родниковое. И вот мы вышли на развилку нескольких дорог. Туда, налево, можно выйти до Форосской церкви, над краем Крымской гряды. Недавно ходил туда, вид обалденный. Советую. Туда тоже, наверное, туда же дорога. Я думаю, что нам туда, вперед и вниз. Справа здесь будет памятник партизанам. Вот он. А мы идем сюда. Thank you.
той стороны зайти, там да, вот спирда, вон, да, два, ну, боксов снизу. Чуть левее ярко глаз. Там вот. Пусть зайти. Подъем. А если по траву, ну, высота, то километр он погорает, а километр. Короче, там получается от, до 5 километров. Километров 5, да? То есть 20% подъема. Да. Ну, мы сегодня 3 километра пошли. Туда и обратно? Нет, туда. Туда путь 3 километра. А ты на этом? Маршрут 3 километра. Ну, по длине, просто по тупой. А, ну, по тупой, да. Там просто, может, из-за того, что она... Я туда за час захожу. Ну, правильно. Один, короче. Ну, 3 километра, сейчас и движешься. У меня полосы были ходки, короче. А обратно мы, естественно, дошли быстрее. Мы... 3 километра пройти. А вот смотри, есть у меня карта, да, вот этого района, вот этого, чисто от этого. Есть ее вариант на какую-то увеличить.